Теперь почти взрослые. В торжественной обстановке 14 школьников Одинцовского городского округа получили самый важный в жизни документ. Паспорта им вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. Он не только поздравил ребят, но и напомнил им, что с паспортом у них появляются новые права и обязанности. Очень знаковый, очень важный день в жизни. И очень символично, что он происходит в преддверии нашего большого праздника, Дня России, который будет завтра. Вместе с паспортом, который вы сегодня получите, паспорт гражданина Российской Федерации, вы также обретаете ряд гражданских прав, которых у вас до этого времени не было. Но вместе с правами появляется и дополнительная ответственность. Поздравили подростков и депутаты городского округа. На торжественной церемонии присутствовали Татьяна Одинцова и Михаил Солнцев. Рядом со мной сидел мальчик со школы Кубинской, волновался. Я чувствую рядом с ним, вот сидел, чувствую его волнение. Оно мне передается даже. Волнение, впрочем, радостное. Теперь перед этими ребятами открыты многие двери. Некоторые из школьников сразу же воспользовались паспортами, получили читательские билеты. Я хочу приходить сюда, читать свободно книжки, сидеть. Любые же здесь можно. Вот теперь я буду тебе сюда почаще ходить. Кроме торжественной церемонии, дети побывали на экскурсии по библиотеке. Осмотрели читальный и цифровой залы. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».